Туч. Сейчас всем здорово. Кастом Деспортал некуда совать, ставим вручную. Господа зрители, имейте совесть. Наглядный пример. Вот здесь я не напоминал ставить лайки. А вот тут напомнил, хоть тут просмотров меньше, но лайков почти в два раза больше. Поэтому, можно сделать вывод, что если вам не напоминать, вы лайки вообще никогда не поставите. Так что, пользуясь случаем, накладываю сильнейшую, неснимаемую порчу на понос на всех, кто смотрит видео без подписки, не поставив лайк, а также не оставив комментарий. Увы. Почему мне герой АФК встал, герой-персонаж? Все, пизда в доту пора идти. Охуеть, это что за... А что это такое? Они же удалили... этих лут-гоблинов на скарабах. А, там же точно, там же есть лиг-механика, которая конвертит. Я забыл вообще. Блять, мне нужно стриктность лут-фильтра повысить. Это пиздец, я реально... Блять, что это такое? Это пизда, это ужас. Я бегаю Т-17 мапы, мне рарками срет на экран. Надо потише сделать. Да ебаный в рот. Я просто сейчас остановлюсь полутать этих скарабов, мне софтскрина говно прилетит какое-то. Вот на этой карте бочки особенно охуенные. Ты просто бежишь по узкому коридору, а там, блядь, заминовано. И все. Зачем нужна проходка Т-17? Пятый слот в атласе так открывается теперь. Можешь скинуть и валюту, у агроморфа нет валюты. Он все в гильдию скидывает, агроморф истинный пати-игрок. Он мне вчера говорил, у него ноль валюты в валютной вкладке. Даже трансмуток не нашел. Блять, оно живое, а с кого кольцо выпало? Забавно, кстати, что на духов не работают курсы. Прикольно сделано. Бля, игра для долбоебов, это ужас просто. Оно же вечность будет, да? Оно же будет вечность, там у босса 20 хп. А, да похуй, я все равно не смог туда зайти. Обожаю эту игру, ебаную. Самое забавное, что даже если бы я за босса дошел Deathless, я бы все равно эту мапу не прошел. Там невозможно, когда эта залупа на входе застревает. Ничего не сделаешь просто. Бля, ебучие тотемы, которых иммун курсам... Они перекидывают на себя часть мин и просто режут ДПС, блядь, в 10 раз. Ладно. Лига такой дерьмище, не могу играть всегда, потому что тебя дропал. Так я, если что, если бы не пати, я вот искренне хотел уйти в доту на второй день лиги. Если бы я не стартанул в пати, я бы на второй день лиги играл в доту. Я прям в жестком тильте сидел из-за того, насколько все обосрано было. Ну, Т-17 в итоге хоть какой-то минимально интересный контент, но тоже... Ну, то есть ты просто 500 раз умираешь. Это как бы интересно, но как бы пиздец. В целом эта мапа тоже фришная, я могу на нее за дивайн на комплит звать, без вашей мапы. Мне в целом нравится контент Т-17, жалко их понерфят. Ну, в плане, по-моему, говорили, что слабее сделают разрабы, потому что ныли люди, что оно непроходимое для нормальных людей, человеков. Union of Souls неадекватный мод, да, но я с ним закрывал мапы.
Ну, Union of Souls, я... Этот... Заходи сразу, как сможешь. Union of Souls, это не с Т-17 мод. Ну, не с этих, это с Вальдо мап мод. Друг, зайди, пожалуйста. Очень хочется. Ну, на, я имею в виду, это не Т-7, ну, не с этих Т-17 мап он придуман был. Я про то, что он и до них был в игре. У тебя тут, смотря какие мапы, бегать. Проблема в том, что цитадель мапа залупа. Там к каждой мапе привязаны свои куски. И к двум самым сложным мапам, которые никто не бегает, самые дорогие куски привязаны. Но у меня эти мапы кончились, их никто не закупает. Забавно, что тут по несколько боссов, и каждый из этих боссов сильнее, чем в том месте, где он должен быть. Ну, то есть Люсия здесь сильнее, чем в Санктуме. И еще сверху тут всякие другие боссы спавнятся. Катарина тоже сильнее. Чат, вам экспа нужна? Я хочу попробовать Чаю Лароты побегать. Они в этой лиге, по идее, сильнее легионов должны быть. По экспе. Потому что экс-гоблинов удалили. А там мультипликатор экспа ёбнутый, которого нет на легионе. Легион был лучше, потому что там гоблинов спавнилось дохуя из-за того, что ты 1000 рарников убивал. А сейчас там модификатор экспы на Чаюлах охуевший. Так, насчет Чаюла рот, сейчас посмотрим. Короче, есть два варианта, либо на обычных, либо на флавлесах качаться. Флавлесы, кстати, дешевые, флавлесы 2 дивайна стоят. Можем на флавлесах попробовать. Их еще и балком можно закупить. Че, чат, хотите попробовать на флавлесах покачаться? Там должно быть пизданутое количество экспы. 200% мультипликатора. Ну, давайте для начала еще 2 дивана за 6 ранов как будто бы можно попробовать. Первый ран. 2 дивана за 6 ранов. Это дешевле, чем я в прошлых лигах ходил. Напишите плюсик, кто хочет, чтобы я понимал. А ебало не оторвут там? Проверим сейчас. Короче, хочет. Ну, давайте я тастану. Посмотрим, я не знаю, что там падает вообще. Просто, чтобы я еще в минус с этого не уходил. Там, пока к полуту будет, может, 2 дивана за 5 сделаю. Посмотрим. Сейчас посмотрим. По идее, я за пачку должен 94-й, возможно, еще половину 95-го взять, если не больше. Если умрем, лежим, да, похуй в целом. Но вы не должны умирать. А, кстати, если у вас минус 1000 хаос-реза, бля, возьмите какую-то, вам все равно дамажить как будто бы не обязательно будет, возьмите хаос-рез банку себе. Если у вас прям 0 хаос-реза, возьмите банку, потому что в жопу вывалиться может. Я правильно понял? Судя по тому, кто зашел, мне придется под X6 соло Чаюлу клирить, да? Ну, сейчас посмотрим, как это будет. Мне ее еще и убить надо будет под X6. Тяжело. Так, ну клирится она фришно. Посмотрим, как она будет убиваться. Не, урон пизданутый с АОЕшкой на оккультистке. Это что, блядь, такое? Это кто? Кто это, блядь? Дай смоб. А ч... Как будто хаос-рез прокнул на мапе. Хуёво, если так. Так, ну клирю я ее спокойно в соло. Как будто бы. Сейчас надо проверить, что с боссом будет. Не обмыть Владик, очень хочется. Блядь, что с рарником? Это честно, вот то, что я вижу? Надо моды посмотреть, потому что если это без лайфмодов, может быть очень тяжело. Ну, в плане, если вот эта мапа без лайфмодов, то на той, которой будут лайфмоды, может быть пиздец. Я бы, кстати, у вас в конце рана все бричринги всосал, если хотите. Или не хотите. Так, кто хочет, можете в босс-руму заходить, кто не хочет, можете не заходить, мне в целом похуй. Я не знаю, я надеюсь, я в соло убью. Что тут за моды? А, Less Effect of Curses. Less Effect of Curses, да и все. Ну, наверное, из-за Less Effect of Curses не очень. А, ну босс не двигается, нормально. Босс не двигается. Охуенный лут. 250 More Life — это родной мод с Flawless Чаюлы. А, там Enfeeble еще был. Тогда нормально. Ну, я за 2 Чаюлы половину левела получил на 94-й. Это дохуища экспы. Ну, Чаюла в ахуе под X6. О, тушка. Каждого по 2. Кондюит вроде...
Не руинит мод. 4 дивайна тушка стоит. А, нет, это с Ancestral Bond'ом она 4 дивайна. Вроде с неруинищами 9. Пойдет хоть что-то. Кстати, чат, а Ascendancy оккультистки на эксплоуды, оно работает на мины или нет? Там просто еще тег для миньонов есть, мины это типа миньоны. Или не будет? Просто можно тогда на клир вообще has been slain. А как, а что, парни, что с вами? У вас 0 хаос реза, минус 60. У меня просто, ну, 1000 хп, я не умираю. А, паук в инвизе вылез. Ну, увы, Крис Вилсон. За 9 уже пишут. Надо будет чекнуть сейчас. Но экспы очень много. За 6 ранов больше, чем с 93 на 94 и еще сверху останется. Бля, ну то, что вот с новым гемом можно просто зажимать кнопку и не двигаться, это охуенно. Раньше так нельзя было делать. Лут хороший. Дайнг Сан в Убера перенесли? Нет, по-моему, это просто единственный дорогой дроп с обычного шейпера, если я не ошибаюсь. Но вроде не переносили. Блять, надо мобов убивать. Все нормально, доехало. Ебать, чуть по таймеру не обосрались из-за того, что я остался рарника убить. Там какой-то бетонный долбоеб был сзади. А, ну тут потому что Cold Res у мобов еще. Тут Cold Res, More Life, Fiction Speed. Парни, ну не скамьте дивайны, и так нихуя с придурка не падает. Has left the area. Не везет. Реально челы дивайны пить. Бля, это просто ужас. Каждый раз, когда я хощу роты, кто-то что-то пиздит. Каждый раз мне нужно кому-то что-то доказывать или уговаривать. Как меня это заебало, это ужас. Отличный лут. Замечательный. Ну скиньте диван, фрики. Нахуй вы этим занимаетесь? Алло. Бля, ладно, я просто next не запущу, пока не скинут. Это просто пиздец. Как же меня это... И всегда чел, который пиздит, пока ты до него не доебешься, с закрытым пиздаком сидит. Это просто ужас. Просто уёбище всегда, которое что-то подбирает, сидит молча. Ни слова не говорит. А потом также молча скидывает без слов, если ты до него доебался. Это просто пиздец. Какие брейкпоинты у Адорны? Ну, зависит от того, какие у тебя расход. У меня еще одна проходка есть. Я жду, пока мне кринжевик скинет шмотку, которую спиздил. Я не спешу никуда, парни, мне похуй. Я пойду на кухню, схожу еще. Это просто ужас, блядь. Какое нахуй расследование? Но он же, блядь, не отсталый. Он же просто скинет. Или вы отсталый? Гомою сейчас, секунду. Что я, блядь, расследование ради одного дивайна буду делать? Тут дело даже не в валюте, а просто в том, что уёбище сидит, закрыло ебало и просто присвоило себе. Хоть в чат напиши, я спиздил, я не отдам, потому что. И еще что-то. Но это же просто пиздец. Ну что, бебезяна, хоть и спать или вне нахуй, но что ты сидишь молча? Ты реально, ну, позоришься из-за одного дивана, но это же просто пиздец. Я не понимаю, что с людьми вообще. Мне уже просто интересно. Есть клип? Да, понятное дело, что можно отмотать клип, посмотреть. Но ты же не вычислил, да ты просто клип на стриме делаешь и смотришь, кто забрал. Суть не в этом. Суть в том, что, ну, человек настолько ебаный припиздок, что он сидит с закрытым еблищем из-за одного дивайна. АФК у меня в хайдауте 20 лет. Это же просто пиздец. Что, блядь, с долбоебом не так? Ты сидишь с закрытым из-за одного дивана? Дело не в диване. Мне просто интересно, насколько человек отсталый. Мне насрать на этот обоссанный дивайн. Меня раздражает в этой ситуации не то, что человек его спиздил, хотя человеком впадлу называть, а то, что оно сидит с закрытым пиздаком и на что-то надеется. Это же просто настолько тупо, что я в ахуе. Если я закину дивайн, нет, конечно,
дело... Я же говорю, дело не в диване. Ладно, надо хотя бы кикнуть сына, блядь, я пойду клип посмотрю. А если это именно он, ну, он мне дал проходку бесплатно, чтоб мы дальше пошли. Блядь, это другой. Как же все пытаются спиздить. Бля, я нихуя не понимаю, я что, отсталый? Ну, справедливости ради, у меня с закрытым ебалом один человек только в пати сидит. Алло, эксперты в чате. Ведем расследование. Где он вообще лежит? Вот красный бим должен быть. Смотрите, чат. Алло, ведем расследование, смотрите. У Дивайна красный бим. Где тут красный бим? Вот это вроде он, да? Вот это он лежит. Правильно? Вот это. Алло. Вот, вот это вот чел, который сверху был. Тяжело. Перед тем там один слэйер, подожди. Сейчас мы всем покажем, кто где соснул хуйца, ладно. Угу. Когда лут пропал, так, а какая разница, кто бежит? Похуй, кто бежит. Ебучий ДД вообще. Я не понимаю, что на экране происходит. Что это за хуйня? Так спиздил вот этот, который сверху стоит. Тот, который бежал, он пробежал мимо или не успел, по-моему. А тот, который стоял, он взял. Нет? Я не понимаю просто, как вы вообще осознаете, что на экране. Чел справа, красную убил. И что это за хуйня? Ну так тут по скриншоту чел на слэере хуй знает где стоит. А на биме я не знаю кто, на биме насрано. Между прочим, действие на экране интереснее контента лиги, так это правда. А где вообще минимапа? Вы видите минимапу? Я не вижу минимапа. А, вот минимапа. За арморскрапом. Вот кто подобрал? Как найти сына бляди? Нищий циклонер. Так а что циклонер? Мне циклонер дал проходку на Чаюлу и Дивайн предлагал вернуть. Было бы слишком тупо, если бы он спиздил. Вы что, сумасшедшие? Кикай всех, беги две проходки в соло. Вы что, отсталы? Он и спиздил, да кто спиздил? Он и предложил вернуть, потому что спиздил. Думаешь? Тщательно спланированный мув. Вот как вы на этом мониторе понимаете, кто где... Ой. Ебаные ребусы. Все молчат в пати, самое главное. Все в пати молчат. Бля, боже, 314S. Что такое 314S? 314. Понял. Расположение людей во время дропа Дивайна. Так а кому не похуй, кто где расположился? Важно не кто расположился, а кто спиздит. Бля, ебало людей в пачке представили, которые думали, что я буду валюту сидеть фармить. Морально задавили.
Подождите, он сказал, сек, у меня трейд на три дивана, очень важно. Разменивает украденный диван на хаосы. Тебе реально тяжело понять, что это циклонер. Он просто пиздец палится, а ты тупишь. Охуеть, гений сыскного дела в чате. Я просто в ахуе сижу. Пошел выводить. Хоп, я так. Короче, я заебался, пусть я хуесос, я тебе диван, ты проходку обратно и пошел. Я могу тебе просто вернуть эту проходку, если ты хочешь. Я помню, ты мне ее дал. Но это так не работает. Это так не работает. Мне нужен выясненный виноватый. Так это он такой фрики. Ой, бля, ебучие ребусы. Давайте как мы сделаем. Просто каждый в пати даст мне по дивайну, и мы разойдемся. Блять, подождите. Ну смотрите, давайте ребусы. Ебаные арморскрапы закрывают всю картину. Зайди в ДС, есть ответ. Так. Так. Ты хрюкать будешь? Слушай, я могу. Так. Надо? Ладно, я провел покадровое расследование. Так. Я не буду, будет ли что-то видно. Блять, что я включил? Прости, господи, не то. О. Так. Сейчас, подожди, я, кстати, да, UberStrict тут фильтр поставлю. Я, может, погромче сделаю? Блядь, сейчас я повыключаю всю хуйню. Блядь, ебучий UberStrict. Я вспомнил, как Андрей на первый день с UberStrict'ом бегал. Смотри. Блядь, ладно, так неудобно. Так. Так. Блядь, Зефир, что это за хуйня? Тихо, это очень удобный покадровый просмотр. Значит, смотри. Так. У меня качество примерно 20 пикселей. Сейчас будем скриншотами общаться. Так. Блядь. Сейчас. Я потерял момент. Блядь. А, вот. Значит, с чего мы начинаем? Детектив свин, блядь. А чё оно не это? Оно не прокручивает. Чё я включил демонстрацию и всё, оно не... Блядь, не справляется. Эфир. Оно покадрово идеально листалось. Так ты можешь покадрово клип на Твиче листать. Это хуйня здесь прям вообще идеально. Ты только что говорил, что хуёво. Вот, значит смотри, начнём отсюда. Сейчас, фотокарточка. Так, фотокарточка. А ты мне можешь куда-то не в Дискорд скидывать фотокарточку, чтобы я его не сворачивал? А куда? У тебя есть моя телега? Не думаю. Сейчас, видимо, будет. Да, это последнее местоположение игроков, которое мы можем видеть по карте. Так, последнее местоположение игроков, которое мы можем видеть по карте. Отсюда мы видим, что который вот... ДД, взрыв жопы, да? Блять, я не вижу Ники, Зефир, тут 2 пикселя каждый ник. Нет, видно. Ну вот самый, вот, короче, нижний, вот я сейчас про который 2 вот в одной точке. Вот ДД взрыв жопы. Так. Да, он стоит внизу. Так. Правильно? Да, правильно. Соответственно, на мониторе тоже он стоит, ну, персонаж именно внизу. Так. Правильно? Так. Так, что дальше? Значит, дальше листаем. Напоминаю, что ДД взрыв жопы находится внизу. Так. Вот он все еще внизу. Вот верхний это другой чел, вот это ДД взрыв жопы. Циклонер в этот момент где-то вот там вот.
Так. Диван уже выпал. Что происходит дальше? Так. Вот этот столбик. Так. У тебя видно мышку? Видно. Вот этот столбик, вот этот диван светится. Это вот правда. Это трассер дивана. Трассер, правильно? Так. Вот это ДД взрыв жопы. Он выглядит циклонер все еще где-то там в помойке. Значит, что происходит? ДД взрыв жопы бежит. Вот это он. Так. Где циклонер? Вот он. Вот диван, его четко видно. Так. И вот циклонер, чуть-чуть выше, на сантиметрик. Дальше вот. Циклонер подходит ровно к трассеру дивана. ДД взрыв жопы еще бежит в это время. Так. После чего. Вот тут хуяк, ДД взрыв жопы еще бежит, но трассер пропал. Ага. А циклонер стоит ровно на нем. Вот он сейчас пропадает. Хуяк. По-моему, он уже пропал. А, ну да. Вот, он вот здесь пропал уже. Девасик скушали. Но ДД взрыв жопы еще бежал, то есть это спиздил циклонер. Вероятнее всего. Потому что ДД взрыв жопы, вот он бежит. Но он бежит куда-то, блядь, вправо вообще там. Ну, короче, хуй пойми. Я делаю ставку, что это циклонер. Потому что он не добежал до трассера еще. Новички. А там можно подобрать до того, как ты добежал, вроде, нет? Ну, он встать должен был. Ты если нажимаешь на что-то, ты подбегаешь и встаешь. А он еще бежал в момент, когда пропал девасик. И после один этого тик бежал. И минус дивайн. У него вот движение, типа, продолжается. А на ходу ты хуй подберешь. Там остановиться нужно. Это правда. Угу. Блять, реально, и диван исчез, ну, а движение ну... продолжается. Это правда. То есть он нажал за него. Он его не пиздил. А циклонер в это время стоит. И как раз вот около трассера. Смотри, как он молчит. Нужен тест на акведуке. А все-таки монтажер тут сильные программы подключил. Это просто пиздец, Зефир. Да, вот. Да, вот так. Ты мой. Свиной детектив. Бля. Нахуя ты хрюкаешь? Бля. Нужна проверка на детекторе лжи. Ну нормально, ты вроде красиво все сделал. Все, я могу уфаться нахуй. Он пишет, что он не брал. Твое мнение, Зи. Блять, а да как? Да нельзя на ходу спиздить. Не, на ходу точно нельзя, это правда. Ты всегда останавливаешься, когда подбираешь. Третий чувак, он стоит вообще в очке где-то слева вот здесь. Так, а еще двое где? Стоит. А еще двое вообще внизу. В смысле, они съебались же оттуда, нет? Ну, так вот здесь около дивана три человека находятся. Тут циклон. Я вижу дохуя экспо-баров. Ой, экспо-хп. Ну, вот это твой по центру. Допустим. Вот это ДД взрыв жопы. Вот это хуй пойми кто, неважно, он все равно стоит слева. Вот тут циклонер. Так, а пятый ну, где? Все. Ну, тут никого больше нету. Они внизу остались. А вдруг ДД взрыв вот жопы — это Зефир и на видеомонтаж? Вот они. Вот, два человека внизу остались. Они вообще не подходили. Думаешь, там, по-моему, за мной кто-то убежал? Нет? Нет, так вот они. Ну, они вот прям внизу стоят. Ну, хорошо. Так, а дальше по кадрам? Они не подходят. Они в а почему мини-мапа под лутом, блядь? Да нечестно. Я не знаю. Ну вот, вот этот чувак слева, так. Он так и остался слева. Он вправо, ну, ни на сантиметр не сдвигался. Оп. Почему там сзади взрыв, как будто бы, блядь, ты ядерный взрыв откатываешь туда-сюда, ебучий ДД. Вот, вот видно даже прям четко, где девасик лежит. Вот эта вот точечка маленькая. Не только от дивана красный трассер, если что. А от чего, блядь, еще там красный трассер блядь, может там быть? Там есть трассер от мапы еще, от красной. Но это не он.
Сейчас объясняю. Блядь. Вы чё думали? Кусок на Uber, а при чём здесь кусок, блядь? Посмотрите, что еще из лута пропало. Может, он другое взял. Вот звездочку. Ладно, давайте попробуем сориентироваться по-другому. Дивайн — это 100% звездочка. Так, это звездочка, так. Он лежит рядом с мапой и с какой-то парашей. Блять, подожди, Зефир донат. Вот что тут лежит еще рядом? Судя по всему, мапка лежит рядом белая. Вот это. Ну, белая мапа красным не будет светиться. Вот, да, белая мапа и какая-то хуйня. Красная мапа лежит сверху. Вот здесь больше красным светиться нечем в этой области. Абсолютно. Тут ни одного красного трассера нету. Там от мапы где-то сверху трассер должен быть. Ну вот этого красного это надо было? Дюрасел еще не может быть. Сейчас я фотокарточку отправляю. Фотокарточка, да? Блять, сумасшедший. Ну вот, вот это орешек же лежит. Так, лежит орешек. Так. Где Зефир? Вот это вот как Улина на полу, вот это? Да, ну это орешек. 100% орешек. Нам нужен Леонид Каневский. Блядь. И вот циклоидер подходит ровно вот прям к модельке. Вот это как Улине. Так. Ну вот, а Вичка даже не... Ну, типа, блядь, я смотрю на скриншот и думаю, почему ничего не двигается. Блядь. Вот как Уля. Так. Вот циклонер стоит в сантиметре от нее. И больше там никого нет, правильно? Вот в момент, когда подбегает Вичка, она еще далеко от того ЕК, когда взять можно, как будто. Ну, реально далеко. И плюс она после этого движения продолжает. Не, если он продолжает движение, не остановившись ни до кадра, это точно не он. Невозможно, ну, он во время мувмента. Он даже не поворачивает. Ну, вот. Да. Ну, здесь вот четко видно, вот девасик пропал, но он бежит. А циклонер стоит и прямо рядом с Кокулиной. То есть, ну... Посмотри, знаю, что еще из лута пропадает в тот момент из красного, пишут. А какого красного, блять, тут? Я чисто. Тут куча красных взрывов от ДД. Трупы пропали. Блять, я смотрю на свой клип, он не двигается, я в ахуе. Ты можешь больше, кстати, это окошко сделать? Я могу. Вот так. О, смотри, есть. Там вон Мэджблад кто-то вообще спиздил, зачем мы смотрим? Подожди. Вот она, Кокуля. И вот она на циклонере стоит прямо над ней. И вот она пропала. Там левый чел вроде тоже лутанул что-то, и это мог быть Дивайн. Блять, а может эта Вичка дошла? Да кого там он лутанул? Он вообще ДДК оставал. Кого он, блядь, лутанул? Гандон, весь монитор вот заблюрил ДД своим. Ничего не видно. Блюпринт, кстати, красным еще может светиться. Ну, от блюпринта... Ебать, ты отматываешь. Блядь, а какой от него трассер? Я не знаю, как трассер от блюпринта выглядит, но я сомневаюсь, что он так, красный. Так, давай я скину блюпринт в акведуке тесть. Подожди. Блять, мне юки поставили. Как знаешь, вот самый большой плюс того, что вот я сижу в Дискорде здесь, это то, что вот в прошлый раз я не слышал ни одной хуйни за 100 и за 200, и сейчас тоже. Только твой голос слышно, это, ну, непередаваемый плюс. Короче, ДД один Дивайн минус за то, что насрал, циклон и ДНДД за то, что спиздил. У блюпринта желтый трассер.
Ну вот и все. Там больше нихуя красный не светится. Ты фильтр поменял? Справедливо. Сейчас, секунду. Да не будет у блюпринта красный трассер. Бля, что это? Мои бланы. Подожди, лут фильтр обратно поменять. Very strict у меня был. Он все равно желтый. Циклонер с нами не полетел, это о многом говорит. Блять. Просто вдумайтесь, челы зашли в Fast Expo покачать, сидят час на эту хуйню смотрят. Ладно, это все равно интереснее, чем Лига, как будто бы. Конечно, блять, в тысячу раз. Зефир, ну мне, думаешь, ну то есть ты уверен в своих словах? Там в этот кадр ничего больше не пропадает интересного? Ну вот что пропадает в этом кадре? Так. Как будто бы здравый смысл. Ну, Мэдж Блад вот спиздили. А Мэдж Блад можно вернуть, нет? Нет, он выпал, он выпал. А, он выпал. Его спиздил, там не понятно, но он лежал там, да. Он просто лежит, его не трогают. Ничего не пропадало, только орешек пропал. Мапку спиздили, 10 восклицательных знаков. Это Slayer, блядь. Фото доказательства, видишь, Зефир, хорошее? Где? Я открываю. Блядь. Ну так я этот стоп-кадр уже 1000 раз примерно показал. Подожди, ебать, посмотри на это, тут прям... Блядь, а при чем тут... Почему какие-то просто рандомные квадраты? Я не знаю. Ну вот, блять, это как в этих мемах, где просто квадрат рандомный на рандомном месте, и ты сидишь и не понимаешь, какого хуя. Блядь. А там сзади, блядь, стоит пуч просто. Подожди, ну вот, обведено место, где красный бим и чей-то Molten Shell. Ну, Molten Shell у Slayer'а, скорее. Это Slayer, да. Вот, смотрим, Slayer исчез куда-то. Просто испарился с картинки, нет людей больше. Так, ага, классный квадрат просто, блядь, на моей мышке-то. А, это типа Divine пропал, я понял, Divine пропал, Divine. Ага, ебать, он умный. Блядь. Там ДД флешку кинул, чтобы никто не увидел, как сквозь скам. Подожди, а что вот это вот за стрелка? Красный бим пропал. А, блядь. Еще раз красный бим пропал. Надо доказать только то, что нельзя на ходу спиздить шмотку. Да ты не можешь никак. Это тебе не ну, дота, где ты через что? Shift можешь прокликать. Спасибо, классный трек. Что, Зефир? Чилик новички просто бежал и бежал. А Slayer стоял. Там нету других вариантов. Зефир, ну смотри, вот идут следственные эксперименты на Акведуке. Ну то есть вот лежит шмотка. Ну, я ее не могу физически, не остановившись, взять. Это невозможно. Ну вот, она лежит. Ну, ты ее невозможно взять, не остановившись. Блять, я вам, я мапу у кого-то спиздил. Ну, невозможно, ну, невозможно взять шмотку, не остановившись. Если у тебя кликер, ты сможешь. Ты не сможешь, у тебя персонаж... Если у меня есть, сейчас проверим. Что ебанутый? Блять, у меня МС-а, правда, нету. Персонаж полуголый. Зефир, я не вижу. Зайди на Акведука, покажи. Я это и хочу. А где ты? А, блять, у тебя же фулл пати. Да, сам тести, потом посмотрим. Дай ему мэджблат и банку. Для теста, может ли он подобрать шмотку. Блять, сумасшедшие.
Ну, но если чисто в теории, идеально под прямым углом, если через вот так вот, блядь, не попало. Зефир, ты что, фрик? Да не, никак. Это пиздец. Скинь Дивайн и посмотри, как он внешне выглядит, чтоб у меня и второй спиздили. Нет, ну может ты... Блять, подожди. Что? Восстановим наглядно. Какой он теперь? Вот так где-то, вот в такой траектории. А как ты РФ Мэджблад просто? Мэджблад и вырубить мом. Да это невозможно. То есть ты реально сейчас сидишь и с кликером пытаешься спиздить без мувмента Дивайн, правильно? Все верно, абсолютно. У меня такой вопрос к тебе. Блять, только надо вот так вот. Так у меня вот. Ну, он все равно стопится. На микрокадр, ну, но стопится, это видно. Тебе 70 желательно сделать. Вот сейчас получилось. Зефир. Что? То есть ты реально думаешь, что человек с кликером сидел, идеально попал в прямую траекторию, чтобы спиздить предмет и его не рассекретили? Ну да. Ты сумасшедший? Ну, блядь, как я это сделал-то? Блядь, Зефир, ну я не знаю, как... получилось. Это пиздец, Зефир. Вопрос по механике поя. Идеально спиздилось, блядь, Зефир, ты себя слышишь? Короче... То есть мы сейчас берем, садим на стул человека с ником ДД в жопе и допрашиваем его на тему, есть ли у него кликер, правильно? Чтобы поднимать незаметно Дивайны. Блядь, ты сумасшедший. Там, возможно, не спрашивать. Вероятность, походу, нулевая примерно, один на 100. В смысле на 100, блядь? То есть, по-твоему, реально в одном случае из 100 у человека есть кликер, который он подобрал предмет, чтобы не остановить мувмент и просто по прямой бежать дальше? Слушай, нет, теория с кликером, знаешь, почему провальная? Так. Там же еще миллиард предметов валяется. Нихуя не получится. Но... Там Влад нормальную идею предложил. Выстрои их на акведуке в ряд и положи перед ними Дивайн. Кто спиздит, тот его. Блядь. Го в шеренгу, пацаны, все равно Лига Кал, можно и постоять, но Слэйр все равно хуесос. А вдруг не он? Вверху было три чела, один из них двигается, слева у чела нету красного трейсера, расследование кончилось как будто... Ну, не может этого быть, он один был у Дивайна. И мне, если честно, уже похуй, хопу тоже. Но это странно. Он предлагал Дивайн, значит, совесть мучает. Зефир, то есть ты думаешь, что он мне Флэвлес Чаюлу дал, чтобы замолить грехи, правильно? Но не палиться. Да. Думаешь? Ну, там, блядь, вариантов других нету. Там около Орешка вот только он стоял и Вичка, которая бежала. Все. Ага. Вичка слева вон там флешку кидала. Флешку осуждаю. А это кому-то в теории... Кому атак спит? Ебало челов, которые в пятером сидят, ждут Чаюлу и мажинировал, пока мы этим занимаемся. Я, знаешь, как инвестировал в Хэдхантер вчера круто? Так. Купил за 100, а утром продал за 80. Зефир. Нормально придумал. А нахуй тебе Хэдхантер? Тебе легионы плохо было с этими бегать? Да я купил его чисто это, бим-бим вот эти сбегать, большие, крупные, так. И посмотреть, какая разница на маленьких. Сколько она была? Сколько стасисов выбил? Так нихуя, тут было 4 круга, по-моему. Ну, 4 круга, как будто бы это 2 стасиса, нет? Короче, парни, смотрите, что мы делаем. Слэйр предлагал Дивайн, мы забираем у Слэйра Дивайн, бежим 2 говна, я никого не кикаю и иду срать. Победа. Почему? Потому что мне похуй стало. Мне интересно посмотреть, как Зефир всю валюту на билд проебет. Блять, 3 хаоса, кстати. Победа.